Боб, а здесь есть твоя тачка? Где? Ну, вот тут. А, ну да, конечно. А где? Вот туда нажми, название, ага, Жигули. Жигули? Это типа спортивная машина, да? Спорткар. Дерзкая. Именно. Ого! Тебя сейчас тошнит? Или у тебя инсульт? Это вот это! Да я ее отремонтировал, она сейчас твоим спорткаром ничем не уступает. А можно я пойду в нее сяду? Нет. Да пап, почему? Я же просто проверю. Да нет. Да пап, ну почему? Я внутри еще не отремонтировал. Ну я снаружи и на крыше посижу. Нет. Ну и ладно. Но, запри. Зари. Запретный плод сладок. Понимаешь, о чем я? Я сам ничего не понял, если честно. Надо что-нибудь придумать. Думай, 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 думай. А может быть, у мамы спросить? Мам, ответишь мне на один вопросик? Конечно, мой хороший. Смотри, а что если я сейчас пойду и сяду в папину тачку, не сказав ему об этом, заранее зная, что он меня за это убьет? То есть ты хочешь его обмануть? Нет. Ну, конечно, а я знала, что так и будет. Я знала, что он будет родителей своих обманывать. Пельмень ты протухший. А завтра что? Меня обманешь? Куда мы такими темпами идти будем? Ах, меня ты поразил. Всю семью так скоро обманешь. Да, плохая идея. Опачки. А что, если я никому не скажу, а просто так пойду и сяду? На, изи. Да, нет. Я это лучше сделаю завтра ночью. Главное не шуметь, чтобы никого не разбудить. Фух. Что это? Что за будильник? Отлично. Так, надо переобуться. Птички летают, ого. А это что, Бузова в теле Арнольда Шварценеггера? Я живой. Надеюсь, что да. Мне же еще в машину пробраться надо. Олег, вставай, на работу пора. У меня выходной, родная. Oh!
Наташа, где мои носки? Не знаю. Как обычно, ты их теряешь. Так, а здесь у нас что? Чё? Деньги? А он мне говорил, мелочи нету. Я на него суд подам. Так, а это у нас что такое? Сигналка. Ты слышала, Наташ? Тебе не показалось. Прикольно, чё? Сигналка, Наташ! Да тебе кажется, успокойся там. Ого. Да что ты будешь делать? Да, ты, похоже, права, Наташ. Показалось. Ну, говорю же. Да. А если я в багажник залезу? Что будет? Там вкусно пахнет. Сейчас проверим. Классика. Так, сначала нужно переодеться. Готово. Поехали. Так, Олег, а где Алик? Так кто его знает? В Москву на подработки, наверное, уехал. Ой, не смешно. Ха. Так это уже реально не смешно, Олег. Полдня прошло, где Алик? Да я не знаю. Так, все, езжай в полицию. Да он найдется. Давай, езжай, езжай. Ладно, ладно. Господи помилуй. Малой, ты что здесь забыл? Вставай, алло! Ау, малой! Пом? Да ты что, мне снишься? Я тебе сейчас дам! Снюсь я ему! Выходи давай! Ты меня и так в жизни достаешь! Еще во сне решил подоставать! А вот и нет! Не выйду! Не хочешь по-хорошему, будет по-плохому! Да бери ты уже трубку. Ну, наконец-то, что там, где он? Да что ты разволновалась, у друга он, они в игру играют. Я ему сказал, чтобы он у него переночевал. Да? Фух. Упс.